С начала года в Сарове стартовал проект «Атомные дети», направленный на формирование у школьников интереса к инженерной деятельности и овладение техническими знаниями. Проект осуществили сотрудники РФЯЦ-ВНЕФ Ирина Гусихина и Вероника Комрачкова при поддержке госкорпорации «Росатом». Кроме еженедельных занятий, кураторы стараются придумать для детей что-то интересное, чтобы изучать физику и математику было не скучно. Одно из первых больших мероприятий прошло на базе библиотеки Пушкина. Инженерный праздник «Наука плюс я». Раз! Два, три! Ребятам нужно было пройти по маршрутному листу 15 научных станций и вместе с командой открыть для себя физические и математические явления в практической жизни. Дети пробовали делать увлекательные эксперименты, разгадывали головоломки. Проводить инженерный праздник помогали коллеги из ядерного центра, а также студенты с РФТИ. Моя станция на самом деле, мне кажется, по моему личному мнению, самая интересная, потому что она не только очень такая энергичная, но еще и немножечко грязная, потому что моя задача была разбить яйцо одной рукой. Мои ребята, которые приходили ко мне, они не только разбивали и пачкались, но еще и радовались, и им было интересно узнать, в чем секрет моего эксперимента. Очень интересный экспириенс. На самом деле все ребята, мне кажется, за сегодня поняли, что наука это не только очень скучно и нудно, но также это очень интересно, познавательно и фантастично. Все задания станции были неким итогом работы школьников на занятиях, так как соответствующие темы, законы и формулы они разбирали с педагогами. Все ребята по окончании маршрута получили призы. Я понял штуку с яйцом, то, что в бутылке, почему именно так. То есть, когда бутылку нагреваешь, яйцо проходит, если не нагреваешь, то не проходит. Только так я понял это. До этого я знал, что так работает, но не знал, почему. А ты что-то нового не узнал? Нет, я это все знал. Надо было так вспомнить. Мне больше всего запомнилось, как мы собирали 4 вида пиццы. Это очень было интересно и увлекательно. Также мне запомнилось, как мы собирали из кубиков лебедя. Очень было красиво. Одна из целей проекта «Атомные дети» – заинтересовать школьников инженерным направлением и нацелить их на выбор технического вуза. Во главу угла нашего проекта поставили проблематику, что у нас сейчас очень большое количество детей не выбирают как раз физику и математику, то есть очень почти на 30% снизилось выбор этих предметов при поступлении в вузы. И, ну, то есть эта проблема, на самом деле, глобальная, государственная даже, можно так это сказать. И чтобы дети увидели, что это все интересно, на самом деле, это не скучно, это не сухо, а это то, чем можно вообще заниматься всю жизнь. Также для ребят организаторы подготовили научное шоу с жидким азотом. Светлана Юрнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.